Добрый вечер. Добрый вечер. Салам алейкум. Как у вас дела, товарищи? Нормально. У вас как? Да, тоже неплохо, в принципе. Были уже в Украине? Вы откуда? Город Львов, Украина. Были. А как у вас там во Львове? Тихо, спокойно? Ну, прилетало. Я как раз утром хотел, собирался в офис, то летело от вас ракеты, там попали в автосервис, там ребенку руку что-то повредило. Машины сгорели, ну, такое. Обалдеть. Да. А у вас... Неприятно, как... неприятно. Да. Нет, давайте, но нас, вот, возможно, нас у вас есть ко мне вопросы, у меня есть несколько вопросов к вам, ну, без вот этого всего, знаете, нормально пообщаемся, вот интересно реально узнать вашу точку зрения. Да. Да, да, пожалуйста. Да. Давайте с ваших вопросов тогда начнем. Задавайте. Ну, меня интересует, что такое денацификация. Вот Путин говорил, что такое ну, что нужно Украину денацифицировать. Вот мне интересно, что это. А, ну, избавить ее от нацистов, от нацистских военных, там не военных. Да, у вас там нацизм. Не прям не вообще не в отдельных там регионах, так сказать. Ну, я от себя могу прокомментировать, что у нас, в принципе, нацистов нету. Я вот тоже не нацист. Но, честно говоря, вот это, что у вас там говорят батальон Азов, это вооруженные силы Украины. Они подчиняются главнокомандующему и действуют как вооруженные силы Украины. Давайте теперь ваш вопрос послушаем. Мне интересно, что вас интересует. Ютуб снимает, отвечаю. Да, я даже не знаю, какой вопрос вам задать.